Пора делать крутой контент, который реально вы заслужили. Ага. Погнали, ребят, погнали. Вспомнил! Шампунь жумайсымба. Скажи перхоти. Я такая же хуйня. Академия смеха. Стенд пошел. Эй, ты че, широкий что ли? Вспомни, чему тебя учил тренер. День два раза вот это упражнение делает, позвоночник не будет болеть. В день два раза вот это упражнение делай, позвоночник не будет болеть. Чё, блядь? Я, блядь, вчера, кстати, реально решил, короче, это, оригинал видоса открыл, короче, и тупо смотрел, как он идет. Есть же оригинал видоса, да? С президента хорошо известный. Он просто идет молча, ребят. Минут 10 он просто идет. И мне пришла идея в голову снять такое же видео, только для начала мне надо как-то туда попасть. И пройтись по этому коридору. Ну или что-то похожее, знаете, какое-то здание найти, где есть такой же ковер, такие же картины. Такой же коридор. Длинный, да? Чтобы я смог так же просто идти и все. МБ хромакей? Каким образом? Это, блядь, какой хромакей-то нужен? Как, при чем вообще хромакей? Мне так не... Мне же надо идти куда-то. При чем хромакей, блядь? Я не смогу идти на месте. Идущий к реке. Подождите. Какая у тебя там тачка, блядь, квартира? Да мне похуй. Че? Че, блядь? Блядь, да мне похуй на тебя, блядь, слушай. Какая у тебя там тачка, блядь, квартиры, срачки там, блядь, яхты, все, мне похуй там, хоть Бентли, хоть, блядь, нахуй Майбах, хоть Роллс-Ройс, хоть Бугатти, блядь, хоть 100-метровая вот яхта. Вот настоящий идущий насрать, к реке. Понимаешь, сколько ты там кого ебешь, каких баб, каких, значит, вот этих самок шикарных или атласных, блядь, в космос ты летишь, мне на это насрать, понимаешь? Я, блядь, в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, еще как это Земля. Мне теперь уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии. И обнуления. От слияния с бесконечным вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного... Все единства существа в бесконечно вечном, куда ни посмотри, хоть вглубь в бесконечно малое, хоть ввысь бесконечно большое, понимаешь? А ты мне опять со своими там это, иди суетись дальше, это твое распределение, это твой путь и твой горизонт познания, ощущения и твоей природы, понимаешь? Но он несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь? Я как будто бы уже глубокий старец бессмертный, или там уже почти бессмертный, который на этой планете от ее самого зарождения, еще когда только... Солнце только-только сформировалось, как звезда, и вот это газопылевое облако вот, после взрыва Солнца, когда оно вспыхнуло, как звезда, начало формировать вот эти консерваты планеты, понимаешь? Я на этой Земле уже как будто почти 5 миллиардов лет, блядь, живу, и ее знаю уже вдоль и поперек этот весь мир, а ты мне там
какие-то эти. Мне похуй на твои тачки, на твои, блядь, нахуй яхты, на твои квартиры там, на твое благо, понимаешь? Я был на этой планете, так сказать, или на бесконечном множество. И круче Цезаря, и круче Гитлера, блядь, и круче всех великих, понимаешь? Был? А где-то был конченым говно еще хуже, чем здесь. Потому что я множество этих состояний чувствую. Где-то я был больше подобен так, растению, блядь. Где-то больше подобен птице, там, червю, где-то просто был сгусток камня. Это все есть дальше. Душа, понимаешь? Она вот имеет грани подобия совершенно многообразные, бесконечное множество. Но тебе этого не понять, поэтому ты езжай себе, блядь. Мы в этом мире как бы живем разными ощущениями, разными стремлениями. Соответственно, разное наше место, разное наше распределение. Тебе я желаю все самые крутые тачки, чтобы были у тебя, и все самые лучшие самки, чтобы раздвигали перед тобой ноги там, все свои щели на шиворот, на выворот, блядь, перед тобой, как ковер. Это самое, раскрывали и расплевали, да, расплали. И ты их, чтобы ебал до посинения, до красна, вон, как солнце закатного. Чтобы на лучших яхтах, на самолетах летал и кончал прямо с иллюминатора, и все, что только можешь в голову прийти, не прийти. Если мало идей, обращайся ко мне. Я тебе на каждую твою идею еще сотни триллионов подскажу, как что делать. Ну, а я все, я иду, как глубокий старец, узривший вечное, прикоснувшийся к божественному. Это, сам, кстати, стал этот... богоподобен и устремлен в это бесконечное, который в умиротворении, покое, гармонии, благодати, в этом сокровенном блаженстве. То есть человек сначала говорил такие вещи, да, во все и во а потом снимал видосы, вот как все. Он срет в этом кушин. Наша разница. Так что да. Я иду любоваться... Перепреисполнился, скажем так. Мирозданием, а ты идешь какой-то преисполняться в гранях каких-то. Вот и вся разница, понимаешь? Ты не зришь, это вечное, бесконечное, оно тебе не нужно. Но зато ты, так сказать, более активен, как вот этот дятел долбящий или муравей. Когда он стал президентом, Путин, да, сколько ему лет было? Сколько ему? 40, наверное, с чем-то, я не знаю, да? 50? Нет, 40 с чем-то, наверное. 54. Не, серьезно. То есть мне еще до президентства, ну, как бы много времени, да, еще время есть. 47, говорят, ну вот. То есть... Еще столько же мне надо прожить, тогда вот уже можно будет думать обо всем этом, да? Ну, почему бы и нет, на самом деле? Так что когда-нибудь я тоже буду идти смотреть на эти картины. Мне, на самом деле, знаешь, что понравилось? Но когда вышел, короче, из своей вот этой вот комнаты, смотрите. Съемно. Ща. Да, действительно, главу государства провожает его референдум. Ща. А дальше коридоры высшей российской власти. Сейчас выходит. И а смотри. Вы почти никогда не видели, где и как президент в Кремле ходит с работы. И... Опа! Такой посмотрел. Как будто в первый раз картину увидел. Куди хуя себе. Такой, ебать, чуть-чуть такое, блядь. Никогда не видели, где и как президент в Кремле ходит с работы. О, нихуя. А шо это? Деревья, блядь. На работу. Ничего себе. О, дерево. Еба. Ну ладно. Окей. Я скипнул видос из-за этого. Блядь. Ну и... О. Как будто, знаете, первый раз из комнаты вышел. Кокаин! Костюмы! Это же старый прикол вроде. Там прикол в том, что эти картины меняют каждый месяц. А, да? А, и тут, видимо, сразу поменяли. This is better. Дрейк официально, да. Лил Кок тоже вот. Окей, а ты до 1596 года куда люди срали? В кувшин? Чего? Я не смотрел эту хуйню! Я не смотрел эту хуйню! Вы сами видели, даже красной полоски не было! Я просто изначально шутил про кувшины. Мы сейчас его смотрели, я поэтому и вспомнил про кувшин. Алло, блядь. Это тот самый идущий хер знает куда. Билли Джин насрал в кувшин. Ау! Ага. Три, поехали. Обычная Маша. Маша. Крутая Маша. Маха. Веселая Маша. Марюся.
Вы слышали это, да? Когда девушка отказывала в лизании пить за тюльпаны. Войска ворвались, помогают. Блять, ебаный рот, блять. Я думал, это какой-то видос, это реклама ссаная. Не понял. В нашем городе живут активно ты. Противные. В нашем городе живут активные, креативные. Активнутые. Волевые люди. Вы активнутые? И противные, да. Саша, я беременна. Очень, блядь, смешно, нахуй, пиздец. Тут шутки учиться, знаете, для моего деда, блядь. Вот он, наверное, что-то ржать будет. Вот и пиздец. Скип, мне надо посмотреть. Я хочу посмотреть. Мне кажется, на любую кровать так прыгни, она развалится. Okay, on three, you have to make the ugliest fucking face you could ever make. Okay. Okay, one, two. No, wait till three. Нет, это корова, она еле живая. Ты же видишь, как она двигается. Че? Вы не поняли, типа, ну? На счет три. Сделай самое уродливое лицо. Давай. Раз. Да подожди, я же сказал на счет три. Она ничего не сделала еще. То есть, ну типа, ну у тебя уродливое лицо. Ну вы поняли, да? Блять. Нет, я вон тая. Нет, зачем? Зачем вы меня сюда привезли? Ой, бля. Ебать, обида. Бля. Вы собираетесь заняться после того, как уйдете с поста президента? Ну это, да, это у Путина тогда внутри, видимо, было. Его ощущения внутренние. То есть снаружи он такой, ну, я не знаю. Уйду на пенсию. А внутри у него. И в итоге не ушел. Ебать, несется. Ты меня снимаешь? Нет, нет. Вот это смешно было. Ты меня снимаешь? Бля, реально такое бывает, чем держишь, видос какой-нибудь снимаешь на улице. И чел сам, блять, издалека такой, блядь, в кадр вылезает такой, вот ты чё меня снимаешь? Сам, блядь, в камеру влез. Сам такой, типа, оп, здорово. А ты чё меня снимаешь? И сам лезет в камеру. А ты меня снимаешь, да? А, да? Нет. Ну чисто доебаться, знаете. Вот почему-то реально, когда говоришь, ты без прав, сразу ассоциация в голове у многих возникает. А. Мы должны... Ебать. Грудинин нахуй. Оставаться мыми, а они аними. А я думал, что он останется оном, а она аноном. А фу, блядь. Сейчас я въебу 0.5 Жигулевского. Неправильный пароль. Неправильный. Хотите поменять пароль? Хочу. Новый пароль не может совпадать с старым. Ты больной? Пропадаю я. Почему так часто пропадаешь? Как правильно отжиматься, чтобы быстро накачаться? Смотрим внимательно. Делаем раз. Два. Сегодня вас отпускаю пораньше, только есть одно но. Не шумите, пожалуйста, в коридоре. Сижу бухаю, мне вообще похуй.
Расхреначили мы, значит, ванну и нашли проблему. Ханфу? Ну да, это труба как манурин. Здравствуйте, а куриное молоко есть? Какое? Куриное. Петушиное. Куриное не давай. Не, ну в смысле? Ну какое куриное? Че смеешься? Ну обычное. У меня подруга говорит, иди возьми куриное молоко. Ну иди где-нибудь в другом месте. А, ну... Женщина в своей жизни должна сделать 4 вещи. Это вырастить сына, посадить дерево, построить дом и съебаться нахуй. Если у вас есть катышки на носке, то их можно легко с тримером срезать. Смотрите. А, да? Ну, и с праздником, в то же время, с началом войны. Ощущайте, вот эти вот всякие губернаторы, мэры и прочие, они, блядь, не умеют разговаривать. Вот это очень странно. Вроде занимают такие должности, где, наоборот, ты должен быть как бы красноречивым там, да, вот как я, например, да, на стримах. Ну они, блядь, говорить не могут, они путают слова, допускают ошибки какие-то, как будто в облака где-то летают. Шо, шо? Всех. Ау, ясно, блядь, сдался. Вашему вниманию представлена новая казарма. Самое главное, это кран. Нет, правая, правая. Сергей Иванович. Наталью, забирай, все, забирай с машины. Я понял. Аккуратно только ее забирай. Давай, вылазь, сука! Вылазь! А че обрезали-то самое важное? Ну типа я видел этот видос с концовкой. Она в итоге вылезла, встала, запнулась и ёбнулась прям лицом об бетон. Депрессивный человек по улице. Пожалуйста, сколько годин? 10 годин. А? 10. А? 9. 10, да. 9 и 10. 10. 10. Да. 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 Не чую, баба. 10. Она еще и блестит. Хуета. Чего? Открывай, сука, а то штурмом брать будет! Да блядь, заебал ты, рот ебать, блядь! Мне кажется, ему сзади за эти уши, блядь, оттянули вот так вот. Нет? А? А? Ничего это было. Wait till I got out of class, you stay at the clock and shit. Before all this rap shit, I was gang banging and doing half beats on the cops and shit. And I'm straight. Я все черная, да? Ну, в принципе, да. Но... Шикарно к нам подкатывает таксишка. Не смейте, подожди. О, нормально вообще. Не, у меня это еще хуйня, блядь. У меня такси порой по крышам до дома едет, блядь. Через это, как будто на летающей машине. Я думаю, ебать, Гарри Поттер, что ли, сука, сейчас приедет. Прилетит, точнее, прям к моей форточке, блядь. Он реально по крышам домов так вот. Еще над домами, над Москву сеть пролетает. Такой, нихуя, ебать, классно. Блядь. Чистый битман, блядь. На монетку. Оп, а нет. А у тебя его, иди работай. И правда. Ha 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 ha!
Привет, ты чё такой? О, блядь, неужели смешной момент в этом видосе? Привет, ты чё такой грустный? Бля, больше его лицо смешит, как вот невозмутимый такой, знаете. Ему вообще похуй, блядь. Вообще похуй идет такой, ебан. Привет, ты чё такой грустный? Согласен, скажу. Ну чё рассказывать? Вода мокрая. Так, блядь, пацана, посчитать потерь. A few moments later. Ой, блядь. Заходи в наш магазин игр. Здесь... Уже бегу, ага. Понятно, это конец. Ахам. Обидно, да? На шашлык. А вот вы шутите, а реально ведь часто бывает такое, что собак пускают на шашлык, там, на шаверму, на чебурек. Я уже рассказывал, блин, я своими глазами видел, как такое происходит. В Новокузнецке. На рынке, короче, Садовой называется. Как-то я с мамой, блядь, прихожу туда курточку себе купить на зиму. Или не на зиму. Короче, за вещами. Там, вот, знаете, такой Садовый, огромный рынок. Там китайцы продают свои вещи. Там не только китайцы, еще вот эти вот другие. Кавказцы, грузины, короче говоря. Дешевые такие вещи. Там, ну и, соответственно, там шашлыки делают. Стоит, короче, будка, где там готовят шашлыки. Я такой думаю, бля, дай-ка я зайду за эту будку. Захожу за нее, а там стоит, короче говоря, не русский, значит, чел, который продает эти шашлыки. И, извините меня, как бы с собаки сдирает кожу, нахуй. Ну, она уже мертвая была, да? Вот, он как бы ее это самое разделывал. Я такой стою, смотрю на него. Ну, я пиздец, короче. Там 2 секунды, я уже назад убежал. Вот. Вообще, блядь, жесть. Мне сколько лет было? 13-14, наверное, где-то. Да какая там минус психика, алё, бля. Я хочу пиццу. Я хочу сожрать пиццу. Очень вкусную, очень-очень сочную. Дайте 2, дайте 3, дайте все. Я сожру здесь пиццу. И во сне.